Египет, район Табы, отель Holiday Таба. Сядьте на свечке. Крючки отлетают. Попадали. Да. Такие апартаменты неплохие. Широкая. Ну что, надо идти на море. Да, хорошо, пойдем. Татьяна Юрьевна, пора идти на море. Вы согласны? Да, конечно. А что сидеть в номере? Хотя он прекрасный. Сейчас это самое. Снимет Андрей вид с моего балкона. Ох, на горизонте корабль белый. Смотрите, у берегов Иордании. И еще парусная яхта. Там, где мы только что были. Красиво. У нас целый городок, а не отель, получается. Красиво. Thank you.
Thank you.
Куда свой путь вершим? В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим. Как много чистых душ под колесом лазурным сгорает в пепел. Прах, а где, скажите, дым? Ладно, как получится. Снимаю. Я хочу сходить, душ горячий, дома. А тут сидеть хочу.
Окуривают весь отель. Какая любовь, а? Ноября 2008 год. Так, утро. Ой, это что такое? Зверята там стоят, что-то или уже отошли. Это же какое чутье у них. Да. Под каким балконом это? Вот эти желтенькие кусты мне очень нравятся. Вот этот цветочек, этот кустарничек. Интересный. Мы утром идем на пляж. Чего ж красивые эти птицы.
Уже трудится. Вот это очень хорошо запах издает. Такой похожий на мяту. Не слышно от меня? Страна кактусов. Вы шикарно отдохнули. Ох, какие красивые. Давай я тесто. Отдыхаем в отеле Holiday Tabor в Египте. В Иорданию съездили. Сегодня 28 ноября 2008 год. Мне не надо. Хорошо, ты не свистнул. Что спокойно все. Красивый. Это значит тоже, наверное, какой-то. Надо, чтобы это была вот эта сумка и шапка, комплект.
видно-то, да? Нормально. Симпатично. Гасана. Флейта Гасана. А здесь вообще композиция такая. Посмотрим, интересно. Вот он удел желанный, все, кто в пути устали. Ветер благоуханный пью я сухими устами. Ветер благоуханный. Аллея музыкантов. Жук с корабей. Флейта Гасана. Аллея музыкантов. Скоро здесь откроется новый 5-звездочный отель. Здесь делают. Это будет на месте один. Смотри, какая люстра будет. Оригинальная, где туда. А это ты, между прочим, голуби, смотри. А? Голуби. Очень. Это будет вот на горы очень красиво. Замечательно, галереи, колонны. Вот это будет очень дорогой. Хороша ты, Персия, я знаю. Розы, как светильники, горят. И опять мне о далеком крае вежестью упругой говорят. Хороша ты, Персия, я знаю, я сегодня пью в последний раз ароматы, что хмельны, как брага, и твой голос, дорогая шага, в этот трудный расставание час слушаю последний раз. Это песчаник, что ли?
И над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал. Под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял. И глубоко внизу чернея, как трещина жилище змея, вился излучистый Дариал. Да, новый отель будет. 5-звездочный. Через год здесь появятся первые туристы. И начнется жизнь туристическая. Салимер Тревели. Осторожнее, упади. Общие набережные между отелями. Очень место красивое. В горах. Какая липа? Красиво. Очень мне нравится, красивая. Вот это вот и есть кремовый, терракот и перланж. Голубой цвет. Красивая гамма. Я уже не говорю о вышивке, конечно. Вышивка здесь очень хорошая. И хлопок египетский. Да, хлопок египетский. Вот. Ну, длинновато надо его подшивать будет. Вот с этими хорошо, но все равно подшивать надо будет. Обязательно. Смотри, как прояснились горы. Красиво, наконец. А то были в дымке. Это уже Саудовская Аравия. Надо же. Нет, это Эмираты или Саудовская Аравия? Это одно и то же. Саудовская Аравия, да. А там, в той стороне, где мы были, это Иордания. Да. Сегодня уже ветерок. Ну что, пойдем на море купаться? Ну, так немножко сейчас прохладно, но все равно хорошо. Пойдем. Кто читает? Кто читает? Мы едем обратно. Стаба. Жар большой. Смотри. Это последний район, называется Табор.
Этот район называется Дегуля. Дегуля – это самый важный порт у нас. Здесь есть Инберт и Иксберт. И там корабли по 2 часа до Судской Аравии. Там между нами Иксберт и Инберт. В этом районе большинство вот это жители здесь, они с Каира, из Александрии. И он Бедуини. Бедуини, как вы знали, они живут только Бедуини. Только Бестелии. А здесь живут, которые работают в порте, и которые работают в гостинице, и в фирме, как газ, как дистер, как водители. Они живут здесь точно в этом районе. Сам последний район называется Бахад. Бахад значит золото. Из Бахада до Шарм-эль-Шейх это один час. Ну, этот район вообще был в израильском районе. Когда война, мы получили Новбуга и Бахад, и сам последний, после договора, это этапа, который мы получили. Но эта дорога из Шарма до Таби, это израильские сами делали эту дорогу. Из Шарма до Таби, из Шарма до Таби, и из Каира до Таби, они израильские сами делали эту дорогу. Спасибо.
платье. Как дела? Хорошо? Хорошо, да, домой едем. Домой скоро. Да, давай домой. Ну, вот так красиво. Гой. Тапочки носили. Давай, Таня. Таня. Кадры стерлись. Здесь хоть эта машина сейчас не дрынчит. А теперь могу тебя на... Что? Ну, посмотри. На фоне гор. Красиво там. О, класс. Я там не аэропорт Шарм-эль-Шейха. Ну, летаем в Москву.